нет, и кофе с молоком. Вот такие пушечки. Это замечательный кофе с молоком. Вот такие милые салфеточки. Как старые столовские добрые времена. Просто прелесть. Вот так. Вот такая вот кафе. С 1958 года. Здесь похоже постсоветского периода. Ну, это просто очень замечательно. Это главное действующее лицо. Заходим на свежие главное пышки. Действующее лицо свежие это пыша. Пышечки. Заходим на это пышечки. Главные да. Хранители, кошечки. Заходим на пышечки попы. Мне кажется, мне кажется, у вас что-то рыжего не вижу. А рыжий спит. А спит, да? Заходим на пышечки кофе, напитки, соки. А мне кажется, у вас и так очередь всегда. Или вы периодически это делаете, нет, да? Ну, как бы, если нет, то включили обе машины. А, ясно. Да. Они же остывают. Конечно. А к вечеру где-то после двух устраивается очередь. Да. Поточный метод. Да. Заходим на пышечки кофе, напитки, соки. Вот такая реклама замечательная. 58-го года. Удивительная пышечная, люблю ее. Периодически захожу, потому что это замечательный вкус. Кофе с молоком детсадовского вкуса или пионерского. Не знаю, кто-то был пионером, кто-то не был пионером. Но вот это вкус детства такого. Это большая конюшня. Люблю эту улицу.